Ребята, всем огромный привет! На связи Анна Крестюк, я топ-лидер с автобонусной квалификацией в компании VeloVi. Сегодня я хочу сделать обзор на продукт компании, ответить на вопросы, насколько этот продукт репотребляемый и заканчивается ежемесячно, что здесь можно покупать, какие продукты есть, в каких упаковках. Я сегодня не буду там рассказывать досконально о каждом продукте. Вы можете скачать под этим видео книгу PDF, да, и ознакомиться с продуктом, посмотреть, какие отзывы, да, добавиться в чат с отзывами. Я, соответственно, все ссылочки под этим видео оставлю. Если вы захотите что-то попробовать и приобрести, я точно так же оставлю ссылочку на заказ в компании, чтобы вы могли ознакомиться. Ну, а если вы хотите зарегистрироваться в эту компанию, то напишите мне в WhatsApp или перейдите сразу по ссылочке, регистрируйтесь в мою команду, и уже дальше мы с вами поговорим более детально о всех моментах, как мы запускаемся, потому что мы работаем только через интернет. Кстати, автобонусная квалификация, у нас рекорд поставлен за один месяц, 3 автобонусных квалификации всего лишь за один месяц именно в компании VeloVi. До этого я была в косметических сетевых компаниях, да, и были еще компании, которые связаны с БАДами, с правильным питанием, с добавками и так далее. И хочу сказать, что ассортимент компании VeloVi не такой обширный, как во многих компаниях, да, там, допустим, там 500 наименований или там 3000 наименований различных там баночек, скляночек, кремов и так далее. Вот. Почему конкретно я выбрала, опираясь на продукцию, сразу скажу, что сначала для меня было основное это маркетинг-план, потому что он реально очень крутой. Если вы посчитаете разные маркетинг-планы, вы поймете, что компания VeloVi самые большие выплаты в сеть, там до 55% выплачивается обратно. Так вот, если вы посчитаете сам маркетинг-план, конечно же, вы поймете, что совмещенный классика плюс бинар, когда ты можешь помогать на глубину и можешь всего лишь с двумя людьми выстроить сильную структуру, получить автобонус, то есть с двумя людьми в первой линии, вы поймете, что это реально классно. Вот. Но я сейчас не о маркетинге хочу с вами поговорить, а в большей степени о продукции, да, потому что, когда я принимала решение, меня немножечко смущал ассортимент, который, на мой взгляд, был маленький. Но когда я начала употреблять эту продукцию, осваивать этот ассортимент, я поняла, что некоторые продукты, флагманские или нет, могут заменить там кучу вот таких вот там лекарственных средств, и вы можете стать намного продуктивнее, больше энергии получить и так далее, просто правильно употреблять, да, ту продукцию, которая, о которой я сегодня расскажу. Так вот, я сейчас не буду вдаваться в технические подробности, что на что влияет, я просто покажу вам обзор, что я для себя лично покупаю, а вы уже можете выбрать что-то для себя. Итак, давайте начнем с флагманских продуктов. Я хочу начать с зубных паст. Смотрите, ребят, есть зубная паста золотая и есть зубная паста черная. Соответственно, черная, это прямо она черная, если открыть, они, если видно, да, то это зубная паста черная, чуть-чуть выдавлю, да. Черная, почему, можете состав посчитать, я в эти зубные пасты влюбилась. Они стоят плюс-минус 490 рублей, когда-то бывают акции и так далее. Вот, и золотая, она прям реально, если открыть ее, да, она прям реально золотая, цвета желтого, да. Вот, соответственно, вы можете почитать состав, я оставлю, еще раз повторюсь, PDF, чтобы не тратить время и не освещать состав. Очень классные пасты, чтобы вы понимали, они у нас две заканчиваются за месяц, иногда больше, поэтому я всегда беру с запасом эти пасты, чтобы они у меня были. Следующий момент, все девочки пользуются кремами, да, различными и так далее. Есть у нас маски для лица, которые ежемесячно точно так же заканчиваются. И есть вот такой вот, соответственно, сыворотка такая, если вы видите, отсвечивает немножко, да. Значит, сыворотка очень просто, она наносится.
Вот, да, то есть ее почти не видно. То есть вы, к примеру, там мицеллярной водой умылись, тоником, к примеру, сняли все-все-все там сузили поры, но это я сейчас для девочек объясняю. И дальше вы можете вместо крема нанести сыворотку, и кожа у вас будет просто шелковистая. Эффект от применения прям увидите сразу. Поэтому вот рекомендую вам попробовать сыворотку. Многие ребята говорят, что они влюбились в эту сыворотку. Ну и здесь инструкция есть к ней, да? И вы можете ее почитать, посмотреть, как ее лучше использовать. Лучше там рекомендуется, чтобы вы использовали ее с масочкой. То есть вот это такой вот для девочек, обзор для девочек, да? Следующий момент. Масок у меня сейчас нету, я их не заказывала. Давайте объясню, что дальше есть, да? Есть вот такие батончики. Если у вас есть проблемы с лишним весом, к примеру, или вы живете такой вот жизнью насыщенной, к примеру, у вас постоянные поездки, или вам нужно на работе чем-то перекусить, и вы постоянно закусываете, там, не знаю, сникерсами, какими-то быстрыми перекусами, и постоянно от этого страдаете вес, или там набирается, или ненормализованное пищеварение, и вот начинаются вот эти гастриты и так далее, и так далее. Вы можете взять и перекусывать вот такими батончиками, в принципе, там, 1-2 раза в день. И тогда у вас не будет проблем с лишним весом, потому что здесь состав, да, это кокосовая стружка, волокна цикория, арахисовая паста, сывороточный белок, концентрат и так далее. И в принципе, перекусив 1 раз этим батончиком, вы можете там до тренировки или там после тренировки, если вы занимаетесь спортом. Вот такие батончики. Следующий момент. Вот такие полезные перекусы есть. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Есть вот такая вот пачка, да. Пачка, соответственно, выглядит вот так. Давайте откроем ее. И вот такие вот хлебцы вместо хлеба. Это семена льна и различные добавки здесь полезные. Спрессованные, в принципе, я не находила таких вообще в принципе в магазине нигде. С разными вкусами есть, и вы можете перекусывать точно так же, если вы что-то захотели кушать, вы не булку едите, а полезный перекус. Следующий момент. С утра вы можете использовать вот эти вот кашки. Сейчас я вам покажу. Их, соответственно, кстати, в каждой упаковке есть вот такие вот наклейки. Вашим детям точно понравится. Вот у кого есть дети, соответственно, ну или вдруг у вас нету детей или там внуков, соответственно, вы можете себе куда-нибудь наклеивать в какие-нибудь ежедневники и этим пользоваться. Так вот, есть вот такая вот упаковка, называется кашки LC Chef Dessert. Можете почитать, что такое вообще в принципе, когда вы питаетесь по диете LC Chef и можете похудеть, да? Есть вот такие вот кашки. Здесь 2 с клубничным вкусом и 3 с ежевикой. Значит, эту кашку вы можете разводить как пудинг. Я ее употребляю либо вместе с кашей, да, там обычной овсяной, чтобы не сахарить, да, и так далее, потому что оно сладковатое. Либо вы можете одним, то есть развести, к примеру, да, там 1 или 2 пакетика и вместо завтрака это употребить, потому что это очень вкусно. Он просто тает во рту, если это как путинг использовать, да, соответственно, как здоровый перекус или как полноценный завтрак. Поэтому я таких кашек покупаю побольше, чтобы у меня на месте их хватало. Кстати, вот так вот выглядят коробочки. Очень классный такой стиль. Вам обязательно понравится, особенно те, кто, ребята, за экологию, потому что все вот в таких вот очень классных упаковках, все в картонных упаковках, да, и, кстати, перевязаны вот такими ленточками с вот с таким штампом, да, это очень прикольно смотрится, и, кстати, подарить это тоже не стыдно, это очень круто. Вот, значит, следующий момент, поставим в нем коробочку обратно, перейдем на флагманские продукты.
Флагманский продукт Blend – это 100% живой продукт. Это сок прямого отжима жимолости, черники, голубики, клюквы, брусники, облепихи, клеточный сок пихты сибирской, концентрат полипринолов. Кстати, почитайте, что такое полипринолы, вы поймете, что это очень крутая штука. И хвойный комплекс. Ну, грубо говоря, да, что делают полипринолы? Когда у вас организм начинает, ну, в любом случае мы стареем, да, когда у вас организм начинает, соответственно, там, допустим, у вас нету одной клеточки, так вот полипринолы помогают этим клеточкам восстановиться. То есть они заполняют, грубо говоря, дырочку и восстанавливают клеточку. Да? То есть вот наш организм, это вот если на самом обывательском уровне, потому что я не химик, не биолог, на самом обывательском уровне вот есть наш организм из клеточек состоит, к примеру, ткани клетки, и вот у вас не хватает какой-то клеточки. И вот полипринолы помогают эту клеточку восстановить быстрее. Кстати, есть очень крутые кейсы, когда после каких-то болезней человек быстро восстанавливается, COVID переносит очень круто, да. Ну и, конечно же, у кого проблемы есть со зрением какой-то или с усталостью и так далее, вот этот живой продукт вы можете размешивать на стакан воды или можете так пить, если у вас щелочной комплекс нормальный. Вот, соответственно, или как компотик. Вот, допустим, я, мой муж делает, разводит малышу компотик, и, соответственно, дальше мы этот компотик употребляем. Можно там на тренировку взять и так далее. Вот, вот эти вот три, получается, комплекса, они находятся в одной коробочке. В одной коробочке, называется она Blend. Дальше идем. Дальше идем Тайга 8 Сплэш, вот в такой коробочке. Это можно использовать таким образом, да, то есть, по сути, это освежитель дыхания. Тоже с полипринолами. Соответственно, если вам нужно быстро, к примеру, восстановить дыхание, то вот такой вот коробочке, в принципе, если вы один, ну, в принципе, вам там, ну, хватит, не знаю, насколько вы часто этим пользуетесь, там, на месяц, может быть, на два, на три, хватит вот такой коробочки, да? Вот, следующее, Тайга 8 Экзо, давайте ее откроем. Кстати, есть разные вкусы, есть апельсин, есть вишня, есть вот такой вот мерная ложечка, и можно открывать, соответственно... Это такой вот порошочек, вы его нагребаете, разводите в водичке, у меня, кстати, разводите его в водичке, вот такой вот ложечки достаточно, и вы можете его перед тренировкой употреблять или во время мозгового штурма, мозговой активности, и это повышает энергию, концентрат, почитайте об этом более подробно, оно прям очень хорошо дает энергию и перерабатывает. Следующий это Stone, Тайга 8 Stone. Здесь, кстати, у каждой коробочки есть вот такая вот аннотация, инструкция, да. Это Тайга 8 Stone оптимизирует метаболизм на клеточном уровне, выводит токсины, очищает клетки организма и так далее. Вот, кстати, у нас команда, кто переболел ковидом, очень сильно хорошо перенесли, кто-то вообще не заболел, а у кого случилась эта болезнь, они, соответственно, очень легко перенесли, в отличие от всех остальных. Поэтому, употребляя вот, вот этот вот сибирский комплекс, вы будете здоровы, и вы будете дальше поколениям своим передавать это здоровье. Это очень круто. Дальше, соответственно, руки пшикать. Тоже защита до 99% от вирусов, бактерий. Здесь точно так же вода, экстракт хвои, шалфея, калины, ромашка, ели, сосны, кедра. То есть это все на натуральных продуктах. Вот. Сейчас это очень сильно актуально. Кстати, у меня есть девочки, которые пшикают в горло, и горло проходит. Горло проходит, потому что это все натуральные ингредиенты, и вы можете почитать все, к чему это помогает. И, кстати, красное горло достаточно хорошо проходит, если пшикнуть. Следующий момент. Тайга 8 Экстра. Вот такая вот баночка, бутылочка. Ее я пью с утра.
Соответственно, этой баночки хватает на одного человека один раз в месяц, чтобы употреблять. Что она делает? Повышает тонус какого-то вот прям мгновенного эффекта вы не увидите, но если употреблять 3 месяца подряд, вы заметите, что вы лучше станете высыпаться, у вас появится за меньший период времени энергии, да, допустим, вы спите там, допустим, по 7 часов или там по 6 часов, у меня был экстренный режим, я не говорю, что это так нужно делать, да, но у меня был экстренный режим, и мне хватало энергии. Есть такой же экзо в другом исполнении, да. Следующий момент, есть вот такие вот масочки, да, когда вы одеваете, есть масочка, и, соответственно, вы можете эти масочки использовать. Есть очень крутой продукт Витен. Если вы едете в какую-то поездку, вы пропиваете 5 дней подряд, под язык кладете, тоже все на натуральном ингредиентах. И какой у меня результат с этого продукта? Я всегда болею перед какой-то поездкой или в поездке у меня начинает горло болеть и так далее. Только я начала пропивать вот этот вот Витен, у меня таких симптомов нет. Это противовирусное. Как раз актуально. Дальше у нас есть Тайга-8. Это получается ТО. Те девочки, кто проблемы с аппетитом, так скажем, есть проблемы с аппетитом, вы можете использовать. И, кстати, есть кейсы крутые, как похудеть. Это ягодная штука, поэтому ничего страшного нету, да? Ну и, соответственно, Мобиа. Тем, что я пользуюсь, у меня муж, кстати, пользуется, это комплекс восстановления, укрепления, защиты микробиоты, да, то есть это для желудка, если у вас есть высыпания какие-то, кстати, на коже, да, красные, или там еще что-то, да, вот пропейте 2-3 месяца, вот Тайга Мобия, если у вас проблемы с желудком, вы можете это все сделать так, чтобы у вас они исчезли. Поэтому подписывайтесь на YouTube канал. С вами была Анна Христюк. До скорых всем встреч. Пока.